Пайк, настоящее имя неизвестно, член отряда, 7 солдат Победы и враг диких кошек. Пайк был нанят для охоты на человека-ястреба. Но также ему пришлось сражаться против Эммы Зиглер, чтобы человеку-ястребу пришлось труднее использовать свои навыки и силы. Но в итоге, он проиграл и был связан ими. Он рассказал про танагарцев, и тут же по воле судьбы, прилетел корабль, и его освободили. Но ненадолго, его снова схватили. Но ему снова удалось спастись. Он вместе с другими членами 7 солдат Победы, сражался против диких кошек.